В администрации Самары состоялось заседание городской общественной палаты. Глава города Елена Лапушкина выступила с отчетом о работе за 5 лет. Также члены общественной палаты обсудили меры поддержки, которые оказывают семьям мобилизованных. Подробности в нашем сюжете. Выстраивание конструктивного диалога с жителями и опора на национальные проекты. Глава Самары Елена Лапушкина выступила на заседании городской общественной палаты с докладом о работе за предыдущие 5 лет. Как отметила глава города, в Самаре, несмотря на пандемию и сегодняшние вызовы времени, удалось сохранить устойчивое социально-экономическое развитие. Объем промышленного производства в 2021 году в физическом объеме вырос на 13,5% и достиг 393,7 миллиардов рублей. Рост промышленного производства обеспечился в основном за счет обрабатывающих отраслей, доля которых в общем объеме составила порядка 80%. За 5 лет построено и введено в эксплуатацию 2 школы. Это школа номер 68 на 1200 мест в микрорайоне Новой Самары и 2 корпуса, школа номер 26 на 5-й просеке. Нами проведена огромная подготовительная работа для дальнейшего строительства в рамках государственно-частного партнерства. Члены общественной палаты задали главе города уточняющие вопросы и положительно оценили отчет о работе. Доклад был очень содержательный. Были показаны, на мой взгляд, очень хорошие результаты работы администрации города в разных сферах деятельности за этот период, несмотря на кризисные условия в экономике, несмотря на беспрецедентные явления типа коронавирусной инфекции и непростые современные условия и в плане экономического развития, развития городского хозяйства, благоустройство, увеличение объемов жилищного строительства, решение многих других социальных вопросов, город значительно продвинулся. Мы сами, являясь жителями города, эти перемены видим ежедневно. Есть такое замечательное выражение: мы вместе. Вот от того, что власть Самарской области и власть уровня муниципальная, главы города вместе с губернатором, выстроены таким образом, что есть поддержка, понимание, знание того, как нужно как бы двигаться дальше, я думаю, что вот это вот сотрудничество, оно и дает своеобразные результаты. Мы видим благоустройство, мы видим городскую среду, которая, в общем-то, приобрела совершенно другие, не просто видимость, не просто вид этой среды, да, но и заинтересованность жителей участвовать в том, чтобы эта городская среда изменялась, изменялась к лучшему. Также на заседании общественной палаты рассмотрели меры поддержки, которые оказывают в Самаре родственникам мобилизованных и работу самарских волонтеров. И мне кажется, весь народ нашей страны сейчас, в настоящий период времени, именно этим вопросом очень серьезно занимаются и помогают нашим ребятам, которые находятся там. Члены общественной палаты отметили, что вся необходимая поддержка в Самаре оказывается адресно. Глава города, главы внутри городских районов, главы департаментов регулярно встречаются с семьями военнослужащих и помогают в решении всех возникающих вопросов. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.